Всем привет, я Фикс Прайс. Давайте смотреть вместе новиночки. Кухонные весы механические. Смотрите, вот моя рука. Они в пол ладони. Так, что у них здесь есть? Весы кухонные, бытовые. Максимальная нагрузка 1 кг. Цена деления 20 грамм. Объем чаши 500 миллилитров. 99 рублей. Вот это сверху, это чаша. Она ставится вот сюда. А весы стоят в ней. Производство Китай. Набор подарочный, солонка и перечница. Смотрите, какие хрюнди. Так, вон какие красненькие. $99. Соусница, диаметр 7,5 сантиметров, маленькая, 25-50. Миска с мерным делением 2 литра. Смотрите, какая классная, даже вот слив есть у нее. Миска круглая с мерным делением 2 литра. 51 рубль. Разные и белые, и прозрачные, и оранжевые. А эти побольше уже. 77 рублей. А эти побольше. 55 рублей. 3 литра. Смотрите, побольше. Какие классные. Тоже разных цветов. А это уже на 4 литра. Давайте прозрачную. Сьерры. Тоже классные. 77 рублей. Производство Россия. Крючки новиночка. Цветные. 3 штуки. Состав АБС. Интересно, они одинаковые все? Да, расцветочки все одинаковые. Угу. Одинаковые. Стоимость 77 рублей. Производит Китай. Комплект для туалета. Смотрите, какие у нас появились голубенькие. Были розовые, резные, а теперь голубые. 51 рубль. Полотенце прихватка 32 на 76. Вот смотрите, здесь такое отделение. Да, с двух сторон прихватки и полотенце. Очень удобно кастрюльки снимать с огня. Смотрите, какие. А вот какой хорошенький. И как его назвать? Прихватка хорошенькая. И вот такая яркая прихватка. Набор. Тряпка 30 на 30. Салфетка для посуды 20 на 20. Салфетка с поролончиком. Коврик. Коврик под посуду. Помогает высушить посуду быстро и без разводов. 25 на 40. Ромашку. Комплект хозяюшка. 77 рублей. Василиса. Прихватка и полотенце. Похоже на льняное. Ткань. Полулен. Вот, правда, похоже. Набивной, гладко крашеный. Состав 30% лен, 70% хлопок. Хорошие. Расцветочки такие. Мне вообще нравятся льняные
полотенце. Игрушки. Смотрите, какая божья коровка. Почему девчонки говорят, что им не нравятся игрушки в фикс прайсе? Хорошенькая игрушечка, мягкая. Прелесть. Игрушка «Мягкое животное» мир 99 рублей. А мне нравится. Дельфинчики, это уже были. Слоники тоже были. А вот котик или этот морской лев, не знаю кто. Кошечка, все это было уже. Привезли много корзинок китайских, 51 рубль. Как всегда осенью привозят и тыковки, и лисички. В прошлом году тоже всякие были. А вот смотрите, какой ежик. Хорошенький. Мне нравится. Только я не знаю, для чего. А так нравится. Ну, подарок, наверное. 51 рубль. Производство Китай. Опять привезли нам игрушка как цветочка для котов. Звук веселый. 99 рублей. Я не знаю, как у кого. Наш кот с ним не играл. А вот с этой, штукой играл с удовольствием. Такой тоннель или туннель. Вот. Вот точно так же валялся и играл. Игрушка для котов. 99 рублей. И залазил, и вот с этой вот погремушкой играл. Вот это хорошая вещь. Может быть, наш просто вырос, а вот это для, для тех котят, не знаю. Ну вот это мне, нам не понравилось. Расчески для густого подшерстка. И вот немножечко защищены они вот такие вот на концах, такие вот беленькие штучки. Наверное, не будет не больно животному. Так. И такие вот побольше, пошире. Даже здесь лапки. И такая расческа-массажер. 51 рубль. А вот смотрите, какая игрушка для котов тоже. Движение и веселье. Палочка. С таким этим. Наш кот сразу выделит все. Классно. Мне понравилось. Расцветочки разные есть. Голубенький, наверное, для мальчиков. Розовый для девочек. А это я не знаю для кого. А эти были уже. И эти были. 55 рублей. Вот что я искала и хочу приобрести. Органайзер для косметики и аксессуаров. Вот такой мне нужен органайзер. У нас в том первый раз. Разных много у нас. А такой в первый раз. И вот такой, по-моему, в первый раз. А может и нет. И эти. Мне нравится, что здесь очень много места. 99 рублей. Такое сейчас приобрету. Водолазка женская. Размер 42. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Хорошенькая такая. Был бы еще воротничок повыше. Это более низкий, по крайней мере, как мне хочется повыше. 199 рублей. И расцветочка такая неплохая. Здесь черненькие. Здесь какой размер? 44. Есть белые. Так. 42. И 46. И еще 48.
Производство Узбекистан. Новые книги. Магазин игрушек. 55 рублей. Книжка малышка. Смотрите, какая яркая. А это кто родился из яйца. Учимся говорить правильно. Это я уже, по-моему, снимала. Учимся писать без ошибок. 77 рублей. Азбуки с животными, с именами для девочек. 99 рублей. Промыслы и ремесла России. 55 рублей. Атласы с наклейками. Вот тут наклейки. Кто кому родственник. Видите, какие книги познавательные. Ой, какие яркие. Полезные. Вот это особенно мне нравится. Солнечная система. 55 рублей. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.